Привет, ребятки. Привет, мои хорошие. Я на работу. Неохота жуть. Ну, соответственно, кому хочется ходить на работу. На дядю за 50 рублей в час. Ну, не суть. Сейчас расскажу все по порядку. Дело в том, ребят, ну, как бы такое некое расстройство получилось. Вчера после стрима, вернее, утром сегодня я зашел, смотрю, пиш, минус 5 подписчиков. О, горе мне. Печаль, тоска. Че за фигня? Ну, по просмотрам смотрю, вроде нормально, как всегда. А подписчиков чуть-чуть отстрелило. Видать, стрим не задался. Хотя, возможно, дело вовсе и не в нем. Возможно, просто мертвых подписчиков YouTube сам отписывает. Но это я себе как бы придумаю всяческие присказки, чтобы, ну, успокоить себя. Надеюсь, что это действительно так. Ну, посмотрим. Просто сейчас, вот как сейчас видосы делаю, это как бы действительно в радость, в кайф снимаю то, что хочется, то, что как хочется. Думаю, на такой контент есть свой, ну, как зритель, обыватель. Потому как, ну вот, видео там с перестановками камер хорошего качества, ай, сложновато делать. Времени уходит много. Скажем, ну, к примеру, сделать лавочку там надо, можно, вернее, за полдня сделать со съемкой, ну, с перестановкой камер, чтобы каждый распил снизу, сверху, как пилишь там. Снимать за день управись али. То есть несоизмеримо возрастает время. Да. Как-то так. Но это не значит, что это делаться не будет. Это на канале Котова будет все такое более как шикардосное видео выкладываться. А тут просто наши повседневные будни, как говорится, для себя. То, что в кайф. Блин, сегодня тоже прохладный воздух, мороза нет, дышится шикардосно, хочется дышать, не надышаться. Сегодня, кстати, хочу испечь супер плюшки самостоятельно. Нашел рецепт, простой, легкий, ну, хочу попробовать. Во всяком случае, визуально, ну, в ютубе, когда показывают, оно все визуально шикардосно. Как оно получится на самом деле, есть некоторые сомнения. Вот это как раз таки хочу проверить. Сделаю, ну, определенную закупку продуктов. Чуть-чуть там не хватает из того, что есть. И сделаем. Ладно, ребят, чуть-чуть отключаюсь. То сейчас уже в город скоро буду выходить. Люди будут смотреть, как на придурка. Ну, с камерой иду. Нафиг. Встретимся чуть позже. Еще что хотел сказать, ребят. Кто понимает, как бы, ну, или попытаюсь объяснить. Загрузил видео, но еще вчера в стриме говорил, ну, на сегодня, которое выйдет, на вчера получается, но если исходя из этого видео, утром залазю, да-да. То есть его посмотреть нельзя, только по ссылке, но чтобы по ссылке на него перейти, эта ссылка должна быть у вас быть. Соответственно, этой ссылки ни у кого нигде нет. То есть это как бы запрещенный доступ. А тут раз, утром смотрю, один просмотр, один лайк уже. Кто-то имеет доступ избранный. Ну, как бы, ну, посмотреть это видео, как так? Или YouTube что-то филонит. Иногда бывает так тоже, доступ по ссылке, смотрю, 2-3 просмотра. Как так? Короче, YouTube что-то подгоняет. Может, именно с моим каналом, может, вообще. Но это наводит на смутные такие сомнения, что что-то не так, дело нечисто. Вот. Ладно, ребят. Это я пока вспомнил. А теперь до следующего включения. Фух, пар прям идет. Холодно. Но мороза нет. Ну, минуса нет. Уже на работе, ребят. Штанцы видели какие? Старые-то порвались в очковой зоне. Еще один, пока никого нет. И имею возможность чуть-чуть заснять. Но теперь в этих штанах драных придется до зарплаты щеголять, потому что вариантов других нет. Приобрести желаемое. Ну ничего.
Эти хоть не порваты, а те там, я не знаю, они протерлись, как паутинка прям. Ну, площадь большая, и порвались. Фу, ну ничего. Купим штанцы новые. Будем вообще моднявые ребята в новых штанцах. Оп, зеркало. Блин, хохолок торчит. Но это несколько позже. Вот. Холодно, ребят, похолодало резко. Еще организм не адаптировался к этой температуре. Поэтому, хотя тепло одет и даже не мороз, холодно. Сейчас зайду в магазин, куплю разрыхлитель, мне нужен. Куплю хлеба. И будем Иришку удивлять чудо-печенюшками. Она до подруги сегодня собиралась. А я эту неловкую паузу заполню приготовлением изысканного блюда. Чудо-пупер. Печенюшки. Просто легко, вольготно. Посмотрите, ребят. Надеюсь, это понравится и ей, и мне, и вам. Надеюсь. Даже подочковываю. Где-то что из этого получится. Попробуем. Дядь Мишина машина, ребят. Он у нас как занимается доставками. Мы продаем товар. Дядь Миша его возит, доставляет потребителю. Сегодня, кстати, тоже был. Сейчас уже на отдыхе, наверное, навозился. У него машина сломана была. Поэтому была некая пауза. Сейчас опять ворвался в бой. Опять будем вызывать, опять будет нам возить. Помогать будет нам. Мы будем помогать ему в денежном эквиваленте. Но оплачиваем же эти услуги. Такой взаимовыгодный симбиоз. Кстати, ребят, Иришка сейчас, пауза будет. Она идет на день рождения до подруги. Меня честно звала, но я честно не захотел. Не люблю вот эти все деяния. Изображать там неистовое удовольствие от этого процесса не нравится. Еще все под шофе, наверное, будут, подразумевается. Вообще, как бы, трезвый пьяного не понимай. Не алло. То есть вся миссия будет прийти быстро, 10-15 минут набить пузика, и больше как бы уже ничего не надо. Миссия выполнена. Смысл туда на 2-3 часа ехать вообще как-то не понимаю. Я лучше дома посижу, займусь какими-то общественно полезными деяниями. В частности появятся пресловутые плюшки, или слабое подобие их. Я же буду пытаться, это не значит, что они получатся, ребят. Ну, хотелось бы удивить, конечно. Купил уже корицу, разрыхлителя нужного мне, необходимого. В магазине не было. Сейчас зайду в наш микромаркет, маленький магазинчик. Попробуем разрыхлитель приобрести там. Подозреваю, что вот в покупочке я был, его нет. А в нашем микромаркете все будет. Потому что вот эти сетевые магазины, Пятерочка, Покупочка, Магнит. Извините, ребят, говно. Ну, не мое это. Не люблю. Мне нужен как общение с продавцом, привык я так. Не самому там ковыряться, что-то выискивать, учитывать. Поговорил как с человеком, спросил совета, что посоветовали. Мне так комфортнее, короче. Вот. И не хочу вот этих сетевые магазины поддерживать в плане того, что какому-то жирному депутату копейка капнет. Лучше рубль переплатить, своим ребятам, ИП местному заплатить, поддержать. Как говорится, чем могу. Мое мнение, опять же, могу быть неправ. Хлеба, как всегда, нет у нас в магазине. Ближе к вечеру он как-то заканчивается. Впрок не берут. Такой батон взял. Хоть что-то. Притом выходной день. Это вообще вот еще как бы там 4 вечера, больше чуть. Хлеба уже нет. Разрыхлитель. Надеюсь, ничего не забыл. Я по памяти покупал вот эти ингредиенты. Вот так. Надеюсь, что-либо получится. Но это покажем позже, ребят, в отдельном видео. Потому что чует мое сердце. Намучаюсь чуть-чуть. Пиш. За угол зашел, ребят. Думаю, если машина есть, значит, Иришка еще не умчала на день рождения. Надо разрыхлитель прятать, потому что это подразумевает сюрприз в
плане приготовления плюшек. А так увидит, спросит, поймет, я же такой брехать не умею, запутаюсь сразу, расколет. Ну хорошо, машины нет, значит она не дома, значит она уже умчала, значит все будет хорошо. Хотел сказать, все получится, не факт, что-то получится. Сейчас кофе и чай пью, заряжаюсь божественной энергией, ну там, питание, как правильно сказать, кофейка. Все. Все, ребят, пришел. Сейчас по кофе. И счастье. И счастье со кофем, со чаем. Чем не счастье? Плюшки, приготовленные вот этими золотыми руками. Даже вообще шикардос. Рыжий, гуляй. Газуй. Иди, не? Думал, не пойдет. В щеки дует ветер холодный. Пошел. Жух. Дощечка моя, кстати, активно используется. Думал, ну как, сказала хорошо Иришка. А сама использовать не будет. Нет. Пользуется. Что не сказано, радует. Ой, блин. А тут благовониями прет. Духами, не духами. Сразу видно, Иришка собиралась на именины. Как на наши именины. Мы взорвали одеколон. Вот так, наверное. Ну, конечно, тут залито все по коленные чашечки. Охереть. Хочу мне поесть. Жирненький барс, и на стене написал. Вот, вот она, еда, ребят. Ой. То, что мы в стриме готовили, мясце. Ой, куда, как бы его отрезать? На хлебушек положим такой чудо-бутерброд, но не с колбасой, а со с мясом. Согласитесь, это будет гораздо веселее. Динь-динь-дон, динь-динь-дон, колокольчик звенит. Динь-динь-дон, динь-динь-дон, колокольчик звенит. Вот так могу. Вот такое мясо получилось, Иришка запекла вчера. Ну что тут сказать, ребят, это мясо, это не колбаса. Ой, даже вот так. Огонь. Сейчас попочиваем и будем приступать к приготовлению плюшек. Ну попробуем. Если я все правильно купил, если у меня действительно все есть, то приготовим. Боюсь, нет муки. Надо уже творог снять. Японский бог есть. Мало. Блин. 350 грамм муки, по-моему, надо. А там что-то вообще фигня. Сейчас быстрым Гонзалесом побегу. Япона мать, косяк. Неохота, только же оттуда пришел, можно было сразу купить. Динь-динь-дон, динь-динь-дон, колокольчик звенит. Динь-динь-дон, динь-динь-дон. Что-то настроение нездоровое. Динь-динь-дон, динь-динь-дон, колокольчик звенит. Маленький видосик, ну как обычно, за компьютером. И буду поедать бутерброды со кофе. Это моя обычная еда. Весь день на кофе, в принципе, я. И только, ну, перед сном ем уже, ну, еду, короче, такую нормальную. Вот.
Блин, ребят, ну что сказать, сейчас, короче, за окном, теме несусветная, а мне сейчас придется в эту ночь холод в мерзости идти, потому что три придурка под окном пряли поздно вечерком, я вот один из них. Был же в магазине, сейчас творог сниму, и не купил, ну нет у нас муки, а я же собрался плюшки печь, поэтому сейчас ныряю в ночь, и так пловецким брасом до магазина, туда-обратно, блин, ну обидно, конечно, так не хочется идти, так там уже был, пошел, ребят, за мукой, и масло надо купить. Эх. Смерть всех Маугли, ребят. Холодно, ветер, я еще без свитера просто куртку накинул. Армагеддец. Сейчас хочется вот это раздеться, пузиком к теплому полу прижаться и впитывать тепло. Насыщаться им, отогреваться. Ну ничего, сейчас мы хлеба и кастрюлю, я вам тюрю запендюрю. Сейчас будем творить, печь, придет тепло, согреюсь, отогреюсь. Потом кофе со свежеиспеченной плюшки. Будет шикардос. Ребят, на этом я, пожалуй, прощаюсь с вами. Перехожу к съемке следующего видео. Всем пока, счастья, здоровья, успехов, всего только самого доброго. Помните и знайте, что вы самые лучшие. Ну, однозначно, в принципе, я не знаю, стоит ли об этом говорить. Молодцы, ребятки, что смотрите нас. Очень и очень вам за это признателен. Фух. Всем добра и позитива, ребятки. Оставайтесь с нами, кто в гости заскочил и досмотрел это видео. Красавчики, смогли. Подписывайтесь, оставайтесь с нами, ну, по желанию. Лайки, дизлайки, комментарии. И, конечно, ребят, оставляйте комментарии, чтобы вот этим всем остальным не было скучно. Пока. Сейчас будем печь, разденемся. И в добрый час, друзья, в добрый час. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром рано, и приедем, и примчимся в неизведанную даль. Тиш, тиш, тиш. Я когда-то такой сквозняк отпустил, запел. Ира говорит, в конце огорода была, услышала, что болты посыпались. Ну, бывает под хорошее настроение, но так.